Итак, портал islav.ru. Я Александр Тимошенко и... Приветствую вас, я профессионал FBB Алексей Шапуня. Приветствую вас на FIBA 2014. Что ты здесь делаешь на FIBA 2014? В данный момент я представляю компанию Elite, американскую компанию, как видите. Вот. Основным моим спонсором является фирма Dynamic. Dynamic Development, да? Да, абсолютно правильно. Вот. Здесь я просто временно для того, чтобы просто больше засветиться, больше раскрутиться. Они пригласили меня на FIBA постоять. Ну у тебя постояло его, и ты постоял уже или? Да нет, или продолжает стоять? Я только сегодня приехал, вот как бы только разминаюсь, скажем так. Только разминаешься, да? Еще 3 дня впереди. 3 дня впереди. Скажи, пожалуйста, вот тебе, они тебя сами выцепили, или тебе кто-то подсказал, что на них можно выйти? Как сам процесс? Потому что многие ребята интересуются, да, просто... как нам поработать на FIBA? Да, они как бы увидели меня на соревнованиях в Америке, в Тампе. Они там присутствовали, были, и как бы сразу написали мне, предложили поехать на Олимпию постоять. Но это уже было поздно, как бы я просто очень поздно открыл это письмо. Ну и уже, когда я с ними связался, они сказали, что они уже набрали людей, и поэтому они мне предложили поехать сюда на FIBA постоять. Конечно, я согласился, они мне оплачивают все расходы и как бы дают еще... Пеньонцев еще сверху. Заработать, да. Скажи, пожалуйста, а супруги оплачивают они расходы? Или это из твоих доходов вычитается? Вот просто у меня такая парочка, вы двое. Сидорычев с Тубальцевой и Шабуни. Они вот постоянно, так сказать, эти, в тандеме ездят. Я не могу сказать, чтобы я как бы ты засадил, что у меня ассоциативный ряд, я поэтому и спросил, куда делась? А ты там вот там куда-то пошла. Пошла кушать. Ясно. Салат. Так все-таки продолжение, так сказать, спонсор вот этот, который нашелся кратковременный, он субсидировал совместную семейную поездку или только тебя? Или на этот вопрос не надо? Как бы разговаривали насчет меня, но я думаю, что оплатят полностью и супруги там. Я, так сказать, вижу по твоим глазам, по чертам лица, что ты уверенно говоришь, и это обязательно сбудется. В принципе, да, какая разница, то есть нормальная сумма, то есть хватит как бы и на жену. Даже если не оплатят. Сейчас идет съемка фильма. По крайней мере, громко об этом заявлено. Уже что отснялось все. Уже все отснялось, то есть идет уже не съемка, а уже монтаж. Что-то, так сказать, нового телезрители, твои фанаты, не совсем твои фанаты, просто любители железа из этого фильма почерпнут? Ой, я не знаю, но было оглашено много... людей, знающих меня, я не знаю, я не видел съемки, поэтому я не знаю, что там они про меня говорили, может, какие-то секреты, которые... То есть они рисовали, помимо прочего, того, что снимали тебя, рисовали твой портрет, да. Из людей, которые со стороны, да, так, да, чтобы было? Да. Так, то есть тебе это дело не показали? Нет. Ясно. Вот. А то, что касается тебя, что снимали? Как ты тренируешься, как ты живешь? Так, пару тренировок, семью. Ездили в родной город, в родной зал, в первый зал, в котором я начинал тренироваться. Разговаривали там с первым тренером. Ну так, то есть, как бы, в принципе, рассказывать вообще нельзя. Я считаю, это вообще нужно вырезать. Пускай люди увидят, то есть. Не, вырезать на самом деле ничего ты не сказал. То есть я вопросы за этой темой просто задавать не буду. Я скажу так, что смотрите фильм «Железного мира», в котором Алексей Шабуня, профессионал FBB, будет представлен во всех аспектах как своей тренировочной деятельности, как профессиональный спортсмен-бодибилдер, так и с точки зрения того, как он просто человек. И вы услышите о нем мнение тех, кто его любит, тех, кто его совсем, может быть, не любит. Надо будет посмотреть. Когда ориентировочно выйдет фильм, я так думаю, «Железный мир» сам об этом объявит. А теперь другой вопрос, Алексей. Какие соревновательные планы все-таки у тебя? На что ты созрел, а на что ты не созрел? На весну, на осень? И мне бы хотелось у тебя уточнить по поводу Гран-при Fitness House, который состоится у нас 1 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге. Ну, соревновательный план, как я уже говорил, это будут осенние старты. Я думаю, начну с сентября.
зацеплю октябрь, потому что я посмотрел, мне прислали календарь соревнований. Очень хороший график, там практически все соревнования идут одни за одними. То есть это там Прага, и Италия, даже Арнольд Классик. То есть все очень близко. Естественно, и 1 ноября, который будет в Питере проходить в фитнес-хаус, тоже подходит под мой календарь. Поэтому... То есть ты в графике? Да. В графике. Алексей Шабуня в осеннем графике. Значит, европейский турнир, я так понимаю. У тебя получается... я что-то не расслышал. В Италии будет какой-то турнир? Все, вся Европа. Дубай там. То есть. Но опять же, я сейчас буду подавать заявки, да. Нужно, чтобы пришло подтверждение, что... Ну, подтверждение это только касается только Арнольд Классик в Мадрид. Нет, нет. Я пишу на каждое соревнование заявку. Они мне должны прислать приглашение. После того, когда я его подписываю официально, я, значит, тогда уже зачислен как участник, а до этого нет. Леш, вот этот вопрос постоянно муссируется. Все-таки еще раз поподробнее расскажи, как профессионал строит свою деятельность, какие договора, как он предварительно что заключает, окончательно, и потом, когда выступает, как выясняется. Расскажи, пожалуйста. Мне присылают, когда я подаю на карту профессионала, на новую, вместе с ответом мне приходит... Новая карта, я извиняюсь, перебиваю, Леша, это каждый год профессионал положит заплатить 200 американских рублей и получить карту. Да. Вместе с этой картой приходит... Нет, приходит еще раньше. После того, как я подал заявку на карту, приходит календарь соревнований. Вот. Потом я выбираю соревнования, в которых я хочу участвовать, и посылаю заявку. Да. Мне приходит ответ. Заявка в каком виде посылается? Ну, то есть я хочу принять участие в ваших... То есть в произвольной форме просто ты пишешь, что я хочу принять участие в там-то, там-то, там-то. Там-то, там-то, там-то. Так. Мне присылают одних приглашения, приходит одних приглашения. То есть такая одна бумажка, на этой бумажке фамилия, имя. Я ее подписываю и обратно их отсылаю. Так. Вот. После этого... После этого уже не помню. Лёш, ну и потом как бы они мне присылают, что я то есть в списках, вот как вот на самом в Америке деле... я узнал, я уже прилетел в Америку, меня я залажу в интернет, меня в списках нет. Как? То есть я и только в самый последний момент я увидел, что я есть. То есть меня так вписали. Ну там Бордельера еще будь здоров, на самом деле. Я, кстати, постоянно сталкиваюсь. Я просто нашим, так сказать, зрителям могу сказать, что Алексей не заявка, а присылает договор, значит, в двухстороннем порядке, который ты подписываешь, а потом они когда подписывают, тебе подтверждение того, что ты там будешь, этот договор с двумя подписями твоими и президента, и BB Pro Лиги посылают, и ты уже знаешь точно, что ты должен выступать. Но это не факт, что ты появишься в списках. Особенно это касается европейских турниров. Там до последнего могут что-то не складываться, что-то не опубликовать. Раз и нету типа в списке. Алексей Шабуня переживает, а оказывается, он в списке и есть. Ладно, еще один вопрос. Значит, сейчас ты отдыхаешь или все-таки уже начал подготовку? Цикл вот какой у тебя сейчас? Жизненный? Начал вот 3 недели назад только начал. То есть отдыхал, потому что тоже там как... Потому что должен отдыхать. Ну да, потому что должен, восстанавливался, отдыхал. Сейчас вот, ну, 3 недели я начал тренироваться, более-менее нормально, начал восстанавливаться. Ну, восстанавливаться не знаю, выглядишь хорошо, такое лицо человеческое, такие глаза, так сказать, улыбка. Ну, улыбнись, вот такая улыбка. Выглядишь хорошо, формы тоже неплохие, я скажу даже, так сказать, выглядишь достойно того стенда, на котором ты находишься. Вот, а у тебя вот, возвращаемся к стенду. Какие-то тебе обязательства на тебя возложили или просто сказали, чувак, будешь стоять здесь, ходи, улыбайся, блядь, и головой временно тряси да или тряси нет. Ну, есть какие-то, что ты должен делать? Просто здесь тусоваться просто и все как-то. Что предстоит? Тусоваться просто здесь, просто, ходишь? Да, хочешь сиди, хочешь стой, хочешь иди, куда хочешь. То есть никакого такого четкого регламента тебе не прописали, просто вот. Абсолютно. А скажи, пожалуйста, вот сейчас мы вместе поворачиваем голову, да, вместе поворачиваем голову, и смотрим и видим такой красивый плакат. И получается, что 3 Шабуни. С одним я сейчас разговариваю, и 2 штуки еще на плакате повесили. Такое это самое. Душевный, кстати, плакат получился на самом деле. Хорошо очень полиграфически выполненный. Чья идея?
Это их идея, да? То есть от тебя что-то потребовалось вообще? Я прислал им фотографии там. Они сами выбрали, да? Выбрали, сделали. Ну ты сам доволен, что тебя так вот здесь? Нормально, прикольно. Я вот вчера ходил, думаю, блин, смотрит на меня шабуня откуда-то сверху, а самого Леши нет. А потом вечером уже домой пришел в гостиницу, а мне говорят, там, ну, написали, шабуня будет завтра. Я говорю, ну, завтра, значит, завтра. Леш, расскажи, какая, так, как бы, вот что бы ты сейчас сделал, если бы тебе разрешили вернуться, скажем так, лет на 10 назад? Что бы ты поменял, возможно, или не поменял? 10 лет назад откидываем, получается, 2004 год, допустим, сегодня апрель месяц, ну, допустим, мы не апрель, давай сделаем, что это у нас май месяц, Литва, этот самый, Грусименкай, Алексей Шабуня, 2004 год. Что бы ты поменял? Я даже не задумывался. Ну, поменял. А ты не задумывайся, ты искренне говори. Мог бы ты что-то поменять или оставил бы все как есть? Что-то, может быть, тебя не устроило в тот момент, чтобы ты мог бы сделать в этой жизни вот за эти 10 лет что-то другое? Ну, я не знаю. Наверное, тренировал бы по-другому ноги, наверное, не с такими большими весами, как я раньше их тренировал. То есть можно было с наиболее меньшим весом тренировать, чтобы не получить травму, ту, которую я получил в 2006 году. Ну, а в принципе, так-то, в принципе, все шло хорошо до травмы. То есть я рос, сох, и вес соревновательный рос. То есть как бы... А ты какой-нибудь график у тебя есть роста соревновательного в голове? Вот ты примерно вехи можешь расставить, допустим, 2002 год, шабуня, 87 килограмм, ага. Там, допустим, нет, я просто помню, я утрирую. 2006, помню. Давай, говори. То есть 2005 я был 122, 2006 я был 125, сухой. А сейчас сухой ты был в прошлом году сколько? 120. Но зато что было? Ну, зато качественно было. Зато Алексей не тек. На Алексея... Да, впервые. Постоянно, Леша все время у меня ассоциируется с красными плавками. Любимый цвет. Значит, и всегда ассоциируется начало соревнований, софиты. И тут еблысь, и Леха, Алексей потек, блин. А тут бац, соревнования в Финляндии, я помню. Раз шабуня выходит, и, блядь, ничего. Пардон, зрители. И ничего с него не течет. Сухенький такой стоит, ровненький, красивенький. Что-то такое из соревнований за прошлый год еще запомнилось вообще? Ой, все запомнилось. Ну особо что запомнилось? Очень тяжело в Америке, конечно, было. В Америке почему тяжесть была? Потому что постоянно был на нервах. Постоянно эта фигня, где поесть, что приготовить, где потренироваться, это все это, блин, это вообще... То есть там не было спокойствия какого-то? Жара очень сильная была, 45 градусов было. И в одном штате, и во втором, поэтому, блин, на улице практически не находился, но практически все время был в квартире с кондиционером. То есть очень тяжело. Но все-таки ты не жалеешь, что ты туда съездил? Нет, конечно. Что ты получил? Я засветился, как бы люди заметили, интернет, вон, все иностранцы, американцы пишут, что несправедливое судейство было. То есть, ну, заметили. А ты вообще считаешь, что там есть судейство? Ну, какое-то есть, да, но вообще я просто не могу понять, как они судят.